Ну вот, ребята слепили такую опалубку. Ой, не хочется и вниз спускаться, чтобы потом не подниматься. И сейчас ждут кран какой-то длинный, с длинной стрелой, чтобы он им арматуру сюда, уже связанную, там наверху связана арматура, чтобы он сюда эту поставил, и завтра они здесь будут что-то еще крепить и потом заливать бетон. И вот эта арматура, как я уже показывал, что-то 8 с копейками на 9 с копейками, что-то 8,60 на 9,40 или 9,60 на 8,40 должна отправиться туда, на дно этого котлована.